Привет, друзья, с вами Максим. Вот и настало время для очередной подборки нужных в доме вещей с сайта AliExpress. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Складная ванна отлично подойдет для тех, кто любит принимать ванну за пределами ванной комнаты. Сделанная из пластика, она очень легкая, в сложенном виде занимает совсем мало места. Ее удобно брать с собой и переносить с места на место. Ванна оснащена крышкой-столиком, чтобы вы могли принимать ванну, не отвлекаясь от работы за ноутбуком, просмотра фильма, чаепития или чтения. Накладная сменяемая шина для велосипеда, которую за пару секунд можно надеть поверх установленных. Более того, благодаря специальной вкладке-фиксатору велосипедисты могут не переживать о том, что накладная шина провернется в пути. Позволяют вам просто пристегнуть новый протектор вместо изношенного или сменить на другой в зависимости от того, где вам предстоит проехать – по городу или по бездорожью. Автомобильная сумка Organizer предназначена для практичного и надежного хранения необходимых водителю принадлежностей. Все нужные инструменты по ремонту автомобиля будут находиться в прочной и удобной сумке, а также перчатки и другие предметы, важные для автомобилиста. Увлажнитель воздуха в виде лампочки. Выглядит он очень прикольно. Внутрь можно засыпать камешки, а также засунуть мини-пальмочку, идущую в комплекте. Качество реально классное, функции выполняет на 100%, воду испаряет отлично. Также очень прикольное переливание цветов, и его можно использовать в качестве ночника. Емкость лампочки увлажнителя около 400 мл. Питается он от обычного USB. Автомобильная вешалка, которая пригодится каждому автолюбителю. Вы без проблем довезете свои вещи в наглаженном и ухоженном виде до места прибытия. Вешалка легко устанавливается, удобная, с универсальным креплением. Сетка для прикормки при ловле карпа. С помощью сетки можно легко сделать как большие прикормочные колбаски, так и маленькие конфетки. Ленты очень прочные в сухом виде, а главная их особенность – они полностью растворяются при соприкосновении с водой. Набор для ремонта лобового стекла автомобиля. Используя этот набор, вы за короткое время сумеете избавиться от сколов и трещин практически на профессиональном уровне. Металлическая вата – это материал, который состоит из тончайших металлических нитей с острыми краями, собранных в один пучок. При горении выделяются искры, осыпающиеся огненным дождем. При раскручивании искры быстро летят во все стороны на большое расстояние. Выглядит нереально круто! Капа. Родителям, собирающимся отдать детей на бокс, или людям, намеренным заняться спортом самостоятельно, не стоит забывать о столь необходимом приспособлении, как капа для бокса. Она пользуется такой популярностью, что без этой накладки на ринг спортсменов не выпускают. Саундбар. Звуковая панель мощностью 40 Вт и диапазоном частот 80 Гц. Подключение через Bluetooth или AUX. Вес всего 2 кг. Размеры 80 на 6,8 см. Подключение через Bluetooth возможно на расстоянии до 8 метров. Эта звуковая панель идеально подойдет для домашнего кинотеатра или в качестве колонки на шумной вечеринке. TV Box Vantar T9 с разрешением 4К. Работает на Android, имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth. Есть комплектации на 32 и 64 гигабайта встроенной памяти. Плюс имеется возможность расширить память еще на 32 гигабайта за счет microSD-карты. В комплект входит дистанционный пульт, который поддерживает голосовые команды. Электрическая отвертка Xiaomi, работающая на литиевой батарее со скоростью 200 оборотов в минуту. Тонкий корпус из алюминиевого сплава выполнен в форме ручки, за счет чего отвертку удобно держать в руке. Отвертка оснащена функцией регулирования скорости, ее вес всего 105 грамм. Водорастворимые масла для ароматерапии. Подходит и для ультразвуковых увлажнителей, и для обычных емкостей. Имеет специальную крышку-пипетку для нужной дозировки, представленный в 12 различных ароматах.
Деревянная USB-флешка с уникальным дизайном и деревянной коробочкой для хранения. Объем от 4 до 32 гигабайт. На нее можно нанести рисунок или поздравление. Продавец сам предлагает это сделать, но за отдельную плату. А при заказе 10 штук сделает это бесплатно. Домашний вакуумный упаковщик. У продукта в вакуумной упаковке немало преимуществ. Они длительный период сохраняют свои ароматы, питательные свойства, цвет и вкусовые качества. А также вакуумная упаковка позволяет распределить продукты более компактно. Иными словами, они занимают меньше пространства в холодильнике. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А мы продолжаем. Большой коврик для мышки с космическим рисунком. Верхняя часть – специальная ткань, обеспечивающая скольжение и быструю реакцию. Нижняя часть – неопрен и резина, благодаря которым коврик не будет скользить. У продавца большой выбор размеров и рисунков. Светодиодный брелок с логотипом авто. Даже такую простую и обыденную вещь, как ключи от автомобиля, легко можно преобразить в нечто оригинальное. Можно выбрать вариант с логотипом нужной автомарки, а также определить цвет светодиодной лампочки. USB-зажигалка – это современный девайс, который не требует постоянной заправки или замены. Электрическая зажигалка подключается на подзарядку, как все мобильные телефоны, через USB-вход. Время подзарядки – пару часов. При нажатии на кнопку зажигалки встроенный аккумулятор мгновенно нагревает спираль, и вы сможете прикурить сигарету. Микрофон для блогеров и стримеров BM800. Выполнен полностью из металла и выглядит достаточно солидно. Данное устройство позволяет захватывать больше звуковых деталей при низких настройках громкости, чем любой динамический аналог. Микрофон сослужит неплохую службу для стримера и идеально подойдет для онлайн-игр со своими друзьями. Нож для разделки креветок. Пригодится для любителей блюд из морских деликатесов. Нож легок в использовании. На одну креветку среднего размера уходит несколько секунд, чтобы подготовить ее для употребления. Молоток-гвоздодер с магнитом. Имеет прочный высококачественный боек из кованой инструментальной стали. В конструкции головы предусмотрено углубление с магнитом, позволяющее насадить гвоздь и произвести первый удар, не придерживая гвоздь второй рукой. Парковочные радары «Парктроники» – это система, облегчающая парковку автомобиля, движение его задним ходом в темное время суток и маневрирование в узких местах. Они сводят к минимуму риск повреждения кузова о приближающиеся препятствия, так как своевременно предупреждают водителя о сокращающемся расстоянии до объекта. Смарт-лампочка Mi POV. Она может выступать в качестве обычной лампы освещения, праздничного света, чтобы раскачать вечер и даже стать ночником в детской комнате. Сценариев множество. Работает по протоколу Bluetooth. Уличный светильник представляет из себя автономный наружный осветительный прибор со встроенным датчиком движения и солнечной батареей. По словам китайцев, датчик движения реагирует на расстоянии до 10 метров. Идеальный вариант для освещения тропинок или участков, где нет электрификации. Неодимовые магниты. Применение в быту магниту найти просто. От встраивания в самодельную мебель до мытья окон с обратной стороны посредством скрепления магнитов с двух сторон. С мощным же магнитом вполне реально побродить по пляжу в поисках мелочевки. В целом все зависит от фантазии. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!